Цены не рисковал. Тем не менее, попробую справиться с этой ситуацией. Очень хорошая песенка. Спасибо. Знаете, я точно так же танцевал в 5 классе. Пионерский отряд, там, знаете, лагерь «Солнышко». И все. Эх, поменять бы вас одежду и... Но, тем не менее... Тихо. Тем не менее, на самом деле, вот вы слышите себя в зале, да? Вот вы... Вот видите, вы громко кричите, громко орете, потому что вы там, да, а не на сцене, все видно, да? А теперь я хотел бы, чтобы было все слышно. Сейчас очень красиво мы поем свою какую-то любимую песню. Thank you.
Спасибо! Да, пересыхай в горле. А ты представь, если ты сейчас энергетика навалишь и скажешь, что... Эрль, тебя с кровати. Тем не менее, изобретай, я заберну. Давай пока думай. Придумал уже, короче, да? Открывай. Умеешь открывать, Берн? Давай, нормально навали, что ты уже? Как дрищ, девушка, давай быстрее. Давай. Я не слышу вообще здесь звука, понимаешь? Ну давай, еще чуть-чуть, чтоб хорошо пошло уже. За маму, за папу, за Берн. Ну, а теперь что-нибудь в стиле как раз я...